31 мая первый в Корее законопроект об однополых браках направили в парламент. Законопроект, предложенный Чан Хи-йонг из оппозиционной партии «Справедливости», направлен на внесение изменений в Гражданский кодекс Кореи, чтобы включить лиц одного пола в брак. 지난 5월 31일 국내에서 처음으로 동성혼을 법적으로 인정하는 내용의 법안이 국회에서 발의됐습니다. 정의당 장혜영 의원이 발의한 해당 법안은 동성끼리 혼인도 성립된다는 점을 명시한 민법 개정안을 골자로 하고 있습니다. В Корее 23-летняя девушка убила 20-летнюю девушку. 1 июня раскрыта личность преступника, убившего девушку, с которой он познакомился через онлайн-приложение для обучения и бросившего тело. Это 23-летняя девушка Чон Ю-Чон. Чон Ю-Чон призналась в преступлении во время расследования, сказав: «Я сделала это, потому что хотела попробовать убить». 한국에서 한 23살 여성이 20대 여성을 살인했습니다. 6월 1일 온라인 과외 앱으로 만난 여성을 살해하고 시신을 유기한 피의자의 신상 정보가 공개됐습니다. 피의자는 23살의 정유정이었습니다. 정유정은 조사 과정에서 살인해보고 싶어서 그랬다며 범행을 자백했습니다. Актриса Ом Хён Гёнг выходит замуж за актера Ча Сон Вона, который младше ее на 5 лет. Об этом агентство актрисы сообщило 5 июня. Ча Сон Вон на данный момент проходит военную службу. Они поженятся после увольнения Ча Сон Вона из армии. Также стало известно, что они ожидают рождения ребенка. 지난 6월 5일 배우 엄현경 소속사가 엄현경이 5살 연하의 배우 차서원과 결혼을 한다고 밝혔습니다. 차서원은 현재 군 복무 중으로 제대 이후 결혼식을 올린다고 합니다. 현재 두 사람은 2세를 기다리고 있다고 하네요. 12 июня полиция Кореи задержала британца при попытке взорваться без страховки на небоскреб Lotte World Tower, который считается пятым по высоте в мире. Британский Человек-паук добрался до 73-го этажа. К операции власти привлекли 93 человека и 17 единиц техники. 지난 6월 12일 한 영국인이 세계에서 다섯 번째로 높은 건물인 롯데월드타워를 무단으로 오르다가 경찰에 붙잡혔습니다. 스파이더맨으로 불리는 해당 영국인은 73층까지 외벽을 등반했습니다. 경찰과 소방당국은 장비 17대와 93명을 동원해야 했습니다. У актера Сон Джунги родился сын. 14 июня Сон Джунги поделился новостью на фан-кафе. Сейчас я в Италии, мой ребенок наконец-то появился на свет здесь, в Риме, родном городе моей жены. Он здоров. Сон Джунги женился на Кэти Луиз Саундерс в январе 2023 года. 배우 송중기가 아들을 품에 안았습니다. 송중기는 지난 6월 14일 자신의 팬카페를 통해 지금 이탈리아에 있다. 아내의 고향인 이곳 로마에서 마침내 아이와 만났다. 건강한 아들이다 라는 등남 소식을 전해왔습니다. 송중기는 올해 1월 KT 루이스 사운더스와 결혼했습니다. 12 июня камбоджийские новостные издания сообщили, что кореянка, которая путешествовала по стране, была найдена мертвой в деревне недалеко от Пномпена, столицы страны. Эта женщина была Айон, популярный инфлюенсер, у которой было более 250 тысяч подписчиков в Инстаграм. Местная полиция сообщила, что китайская пара была арестована в качестве подозреваемых. 지난 6월 12일 캄보디아 현지 매체 등은 캄보디아 수도 프놈펜 인근의 한 마을에서 캄보디아를 여행 중이던 한국인 여성의 시신이 발견됐다고 보도했습니다. 이 여성은 인스타그램에서 약 25만 명의 팔로워를 보유한 인기 BJ 아영이었습니다. 현지 경찰은 중국인 부부를 용의자로 체포했다고 밝혔습니다. Вечером 17 июня BTS отпраздновали свою 10-ю годовщину дебюта 30-минутным фейерверком. Фейерверк был представлен под некоторые из самых популярных песен BTS. По оценкам полиции, около 400 тысяч человек посетили шоу.
В Корее хвалят фанатов BTS за поддержание чистоты в местах проведения больших мероприятий. 지난 6월 17일 밤 BTS 데뷔 10주년을 기념하는 30분간의 불꽃쇼가 열렸습니다. 불꽃쇼는 BTS의 명곡들에 맞춰 진행됐습니다. 경찰 등에 따르면 약 40만 명의 관람객이 몰렸습니다. 대규모 행사가 끝난 뒤 깨끗하게 정리된 현장을 보고 BTS 팬들에 대한 칭찬이 이어지고 있습니다. 19 июня пассажир самолета авиакомпании Jeju Air, который следовал из филиппинского города Сибу в корейский Инчон, попытался открыть дверь во время полета, но был остановлен экипажем. В конце мая другой пассажир самолета авиакомпании Asiana Airlines открыл дверь в воздухе незадолго до посадки. 지난 6월 19일 필리핀 세부에서 출발해 인천으로 향하는 제주 항공 비행기에서 한 승객이 출입문을 열려고 시도했으나 승무원이 이를 제지했습니다. 지난 5월 말에는 아시아나 항공 여객기 탑승객 한 명이 착륙 직전 문을 여는 사고가 발생한 바 있습니다. По данным Корейской статистической информационной службы, 19 июня количество работающих людей в возрасте от 60 до 69 лет в Корее превышает количество работающих в возрасте от 20 до 29 лет. Отмечается, что этот показатель вырос на фоне старения населения. 6월 19일 통계청 국가통계포털에 따르면 한국의 60대 취업자 수가 20대 취업자 수를 넘어섰습니다. 이는 고령화 등 인구 구조의 변화에 따라 나타나는 현상입니다. YouTube запускает свой первый официальный канал для трансляции покупок в реальном времени в Корее 30 июня. Известно, что YouTube планирует провести этот проект в течение 90 дней. YouTube가 오는 6월 30일 한국어판에 공식 라이브 커머스 채널을 개설합니다. 유튜브가 공식적으로 쇼핑 채널을 운영하는 대상 국가는 한국이 처음입니다. 유튜브는 라이브 커머스를 90일간 프로젝트성으로 운영할 것으로 알려졌습니다. Корейская полиция арестовала женщину после обнаружения тел ее новорожденных детей в морозильнике. 21 июня полиция сообщила, что в квартире в Суоне, Кёнгидо, были найдены тела двух новорожденных. Полиция подозревает, что спустя некоторое время после родов она убила двух детей. 냉장고 냉동실에서 영아 시신 두 구가 발견돼 경찰이 친모를 긴급 체포했습니다. 지난 6월 21일 경찰은 경기도 수원시의 한 아파트에서 영아 시신 두 구가 발견됐다고 밝혔습니다. 이 여성은 아기를 출산하고 곧바로 살해한 혐의를 받고 있습니다. 25 июня в Корее началась 장마, так на корейском языке называют сезон регулярных муссонных дождей, который обычно приходится на период с конца июня до начала августа. Первым на себя удар дождевого фронта принял остров Чеджу, который расположен на самом юге. Дожди одновременно начались во всех регионах страны. 지난 6월 25일부터 한국의 본격적인 장마가 시작됐습니다. 장마란 보통 6월 말에서 8월 초까지 계속해서 비가 내리는 시기를 일컫습니다. 한반도 최남단에 위치한 제주는 제일 먼저 장마 전선의 영향을 받았습니다. 또한 전국 각지에 이미 비가 내리기 시작했습니다. Начиная с 28 июня, каждый гражданин Кореи станет немного моложе, поскольку Корея официально отказывается от традиционной системы подсчета возраста. Традиционно в Корее существует так называемый корейский возраст, когда ты считаешься годовалым ребенком сразу после рождения. И все стареют первый день Нового года. 오는 6월 28일부터 한국인들이 조금씩 어려집니다. 한국의 전통적인 나이 계산법이 사라지기 때문입니다. 그동안에는 이른바 한국식 나이 계산법이 존재해 왔는데요. 이 계산법에 따르면 태어날 때부터 한 살이 되고 해가 바뀔 때마다 한 살씩 증가합니다. 27 июня Япония приняла решение вернуть Корею в белый список привилегированных торговых партнеров.
После завершения формальности внутри самой Японии, меры вступят в силу с 21 июля. Сама Корея вернула Японию в список привилегированных торговых партнеров, которые упрощают процедуры, необходимые для экспорта стратегических товаров. 지난 6월 27일 일본 정부가 한국을 수출 심사 우대국인 화이트리스트에 완전 복원하기로 결정했습니다. 개정 정령은 일본 측의 일련의 조치 이후에 오는 7월 21일부터 시행됩니다. 한국은 일본에 앞서 지난 4월 24일 일본을 화이트리스트에 다시 포함하는 내용의 전략물자 수출입 고시를 게재했습니다. Южнокорейские новобранцы, призванные на срочную службу вооруженной силы, получат возможность пользоваться телефоном по одному часу, праздничные и выходные дни. Соответствующие изменения в законодательство вступят в силу с 3 июля. Об этом сообщили в Управлении по учету военнослужащих 27 июня. В настоящее время новобранцы не имеют права пользоваться телефонами. 지난 6월 27일 병무청은 훈련병들이 신병 교육 기간에도 주말 공휴일에 1시간씩 휴대전화를 사용할 수 있다고 공지했습니다. 적용 시기는 오는 7월 3일부터입니다. 현재 훈련병은 휴대전화 사용이 원칙적으로 금지돼 있습니다. 28 июня в Сеуле впервые в этом году зафиксирована так называемая тропическая ночь. Тропическая ночь в Корее означает ту ночь, когда температура не опускается ниже 25 градусов с 18 часов до 9 утра. 지난 6월 28일 서울에 올여름 첫 열대야가 나타났습니다. 열대야는 당일 18시부터 다음날 오전 9시까지 최저 기온이 25도 밑으로 떨어지지 않는 현상을 말합니다.